Всем привет, с вами я, Павел Первый, и мы вновь возвращаемся в Next Car Game. Итак, вышло последнее, ну, как по новости написано, ну или не последнее. В общем, очередное обновление для Next Car Game, которое привнесло очередные изменения, в том числе добавление новых трасс и все такое. В целом я не вникал в список, поэтому будем все это рассматривать вручную. Можем, опять же, не знаю, вот так вот. Так, это есть, Paint Job. Сейчас какую-нибудь вот такую поставим. И вперед. Так, у нас есть. Так, стадион был, по-моему. Пик 8 тоже было. Маленький стадиончик тут есть. Давайте поставим, полагаем немного. Тут еще я прочитал немного. Тут есть какая-то новая система реплеев. Ее обновили. Надо будет глянуть. 23 FPS, неплохо. Ух ты, вот это будет круто. Вот этот маленький стадиончик. Я прикроюсь за чьей-нибудь спиной. Да, чего еще? Чертовы лаги, получай, говнюк. Ты сдохнешь тоже. И ты сдохнешь. Все сдохнут. Да ты охренел, а? Ладно. Тут такое творится. Такая неразберуха, блин. У тебя уже все желтое. Я еле еду. Еще никто не сдох. Ну, кого-нибудь тейкдаун, черт возьми. На! Ай, мой движок! Он горит! Так, я еле еду как черепаха. Да уж, не лучшая идея было дерби сделать на 23 человека в маленьком таком местечке, маленький стадион. Так что еще никто не сдох, что ли? Все живые, что ли? О, кого-то уже вынесли. А не я это, я не знаю. Смотрите на эту тачку. Так, еще кого-то вынесли. У меня уже движок не фречит практически. Посмотрите на мою жеванную тачку. Сколько уже? Уже четверых вынесли. Блин, ну это посмотреть, что это? А. Take down! Первая кровь. Take down! Просто кто-то ко мне коснулся. Окей. Камеру еще можно менять. Ничего не понятно, что где, когда, что творится, блин. Да ладно! Ай, вижу. Что это там? Critical damage! Живи! Живи, блин! Осталось 10 оппонентов. Мы должны выдержать это суровейшее испытание. На! На! С
осталось 8. Боже, посмотрите на меня. Что я такое? На, боком тебе. Critical damage. Что? Как? Окей. А ну-ка давайте посмотрим. Ладно, я не это хотел слегка. Понял. На этот FPS, пожалуйста. Боже, убитый какой-то. Или это забагованность этой новой системы. Так. Вот, мут. Мут пит. Какая-то яма. А, нам надо было шины другие поставить, ну ладно. Поедем по хардкору на трассовых шинах. Да, та же трасса, так грязь. Так, я чистенький вышел. Уже грязный. Да ты охренел, чувак. Да вы все охренели. Да вы все охренели тут. Че вы только меня выносите, блин. Я уже красный. Черт возьми, что тут творится? Зато 60 FPS. 20. На. Опа, кто-то перевернулся. На. Блин, я почти в него попал. О, уже одного вынесли. На. Critical damage. Блин, 17 FPS, как же это круто. Это игра что ли была? Так, а ну-ка давайте рекой посмотрим. А, при увеличенной скорости все. Ага, вот, да, стрелочка. Так, все забит, еще в режиме. Красненький. Так, где наша тачка? О, эффект смотри, что такое. Ох ты, вау, вот на это можно машине мы целую тут делать. Смотрите, как красиво все это смотрится. Просто эпичнейшие скриншоты можно делать тут. Можно переключить.
сейчас между этими. Вообще очень здорово, должен сказать. Так, а как мне... О-о-о! Тут можно переключать, чуваки! Смотрите, это реально машине мы целые можно делать. Просто молодцы, Багбия. Такую вещь сделали просто. Просто шикарная вещь это. Это реально может не пригодиться в каких-нибудь будущих машинимах. Так, что же. Мы мудпит уже проехали, Гревел мы ехали, Термак ехали. Вот, допустим, давайте проедемся в Сент-Пите. Сейчас мы поменяем. Можем в обратную сторону, вперед. Оппонентов много не будем ставить. Тут можно погоду еще ставить. Допустим, холодное утро пускай будет. Я хочу холодное утро. Я бы еще оптимизировали бы к выходу, но скоро вроде выходит игра. Ух ты, это классно выглядит. Ты сам не забудь, что надо тормозить. А, повредил кого-то. Никогда не любил грязные треки, но вот этот с печеньем. Он красивый такой, не знаю, он чем-то какой-то особенный. Ой, шины летят, просто вообще, надо тут, будет здесь эту систему реплеев попробовать. Блин, вы слишком быстрые, чуваки. Чёрт! Ай! Люди, вы куда все уехали? Вы где все? Я вас потерял. Ну, черт. Не туда, кажется, еду. Что-то вы слишком далеко. Ух ты, я кого-то обогнал даже. Еще кого-то обогнал. Песок! Камеру можно менять. Аккуратненько. Блин, там уже никого нету. Где все? Че, не догони никогда их, что ли? Кого-то кто-то уже сдох. Есть такая более-менее прямолинейная трасса с парой поворотов. Интересно, можно ли срезать немного? Ну, вот срезал. Немножечко. У меня аж стекло сзади треснуло. Так выглядит типично, красиво. Отлично, мне не зашли этот круг. Фотомод. О-хо-хо. Смотрите-ка, как это может выглядеть. Так.
допустим, вот так вот как-то. Размытость, фокус. Особо ничего не меняет. Так. Тут вот еще приближение, отближение. Мы смотрим сюда. Это здорово ведь. И такой скриншот. Окей, ясно, понятно. С этим тоже разобрались. Посмотрим, что еще добавили, каких трасс. По-моему, это все уже. Да, это последняя трасса. Поэтому я предлагаю смертельную восьмерочку на 23 человека, пускай рандом. О, давайте вот эту погодку поставим. Так, даже для разнообразия сыграем на другой тачке. Пускай даже так будет. Хотя я мало что в этом понимаю. О, пускай такая неплохо выглядит. PlayStation, ты немного пыльная, да? Ничего, теперь ты не пыльная. О, я первый стартую, вот это поворот! Среди первых. А-а-а, какие лаги! Тащи, какое проседание FPS-то. Да вы охренели, блин! Тут на месте не постоишь. Иди нафиг. Где мои тапочки? А, вот они. А-а-а, нет! Ты что творишь, бро? Спасибо тому, кто сзади меня подтолкнул. Все в стенки врезаются. Да так и знал я, блин! Да ладно, и сразу я 12-й, 13-й. Надо больше кругов ставить. Если тут можно их ставить. Я маловато кругов поставил. Да, давайте рестарт нормальное количество кругов. Поставим. Ну, хотя бы там, наверное, на 5 или даже 10 кругов, это будет последняя трасса уже. Ага. Так, вот. Пускай рандомная погодка будет. 10 кругов. 10 смертельнейших кругов. А вы готовы к смерти? Сутричка тут. И вечера. Так, неплохое начало. Главное также хорошо закончить. Черт, черт. Главное не давать им вырваться. Ну вот, все. Это проигрыш. Отсюда. А где же остальные там, если я пятый? А, это тройка фантастическая. Где еще один? Так, уже есть кто горит. И
Так, я вырвался в топ-3 уже. Вон те спереди двое, наверное, скорее всего, и являются первыми. Ага, я первый. Я, короче, вырвался. Надо держать эту планку первенства. Так можно дольше. Ты охренел, чувак, куда ты едешь? Блин, все такие разломанные, поломанные. Дырявые. А я скольжу. Вау, как она круто закрутилась там. Сколько камушков. Ай, ай. Меня кто-то бьет сзади. Так, мы уже половину трассы проехали. Он там отсиживается, буду каждого уничтожать. Никого в живых не останется. Тот, который на втором месте, его до сих пор не видно и даже и не пахнет. Вау, вау, как это было круто. Сколько машин полегло тут. А я приехал первый. Ты 59-79. Пиши, если было бы 99. Отлично, мы приехали. Не приехал я первый. Так, стоп, стоп, стоп. Надо начать сначала. Сделать такой эпичненький снимочек. Старт. Где-нибудь сверху там. Эпичный старт. О, давайте вид сверху, будет круто, мне кажется. Так, давайте там эффект какие-нибудь поставим. Там блюр какой-нибудь. Нет, блюр нам. Такой нам не нужен блюр. Да он вообще не нужен, по сути. Вот, смотрите-ка, я знаю, откуда нам смотреть. Глазами... О! Ха-ха! Окей, ясно, понятно. Бедные зрители, а! Блин, вот отсюда эпично смотреть глазами зрителя какого-нибудь. Смотрите, ну вообще все отлично. Так, а нам надо найти нашу тачку. Что-то я себя не вижу. Кажется, вот он, я проехал только что. Боже,
бедные людишки. Ну-ка я вот с этого места буду смотреть. Блин, ну вот крайне круто выглядит. С любого места сиди, смотри. Ну, клип целый. Здорово. Было бы еще круто, если бы тут сэндбокс какой-нибудь был. Вообще просто здорово. Зачет за вот эту систему репоев. Хотя она, наверное, может и раньше была. Но не такая, по крайней мере, может быть. Ну, в общем, может я и слоупок, но за эту систему однозначно зачет. Эта репоевская система очень-очень круто сделана. Bugbear молодцы. Делают то, что надо. И то, что не надо тоже. Вот, в общем, буду ждать выхода этой игры, если это последнее обновление, если это, которое обновление имеется в виду, то, что оно недавно вышло, то это тоже круто будет посмотреть на будущие обновления, хорошо. В общем, на этом все. Надеюсь, вам понравилось, поэтому обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, прокомментируйте этот ролик, поделитесь им, добавьте в избранное, подпишитесь, если не подписаны на канал, и... ждите новых роликов. С вами был Павел Первый. Всем пока!